дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама». Меня зовут Лидия. И сегодня мы будем готовить домашнюю лапшу из домашней курицы и с двумя вкусными секретами. Я обязательно вам об этом расскажу. Нам понадобятся следующие продукты. Куриный бульон. Куриный бульон я наварила с половинки курицы. Варила 5-5,5 часов. Это наш самый первый секрет. Мясо я предпочитаю заранее отделить от костей. Курица у нас домашняя. Конечно, вы можете сварить эту вкусную лапшу из обычной курицы, магазинной. Но только поварите ее обязательно часов 5. Также нам понадобится мука, яйцо, соль и зеленый лук. Второй секрет — это когда мы готовим лапшу. Делаем мы без воды. Она у нас будет на основе двух яиц. А муки сколько? Мука произвольно, сколько возьмет на себя два яйца. Яйца же тоже бывают большие и маленькие, да? Ну вот на два яйца, так я посолила. Я насыпала на глаз и вот эту часть. Ну, примерно. Ну не знаю, может грамм 200-250. И еще, почему я не добавляю водичку в тесто? Если вы добавите воды, то когда будете варить лапшу в бульоне, и, допустим, вы не съели, да, она у вас осталась, на следующий день у вас бульон будет густой, мучной, и лапша вся развалится. А если вы сделаете тесто только на яйцах, у вас сама лапша увеличится, но бульон останется бульоном. Мука, она не выйдет за пределы теста, скажем так, простым языком. И вкус макарон или вкус самой лапши будет такой вкусный. Вкусный. Он будет аль денте. Это вот как итальянцы любят делать равиоли, да? Вот, сейчас я буду вымешивать все. И потихонечку вымешиваем лапшу. Тесто я замесила. Оно получилось у нас вот такое. Видите, оно не липнет к рукам, потому что мы сделали только на одних яйцах. Ну и что, дорогие друзья, в процессе готовки нашей лапши мы выяснили, что у нас еще же есть один, третий секрет. Если у вас нет большой скалки и нет специального стола, где вы можете раскатать большой круг, да, для того, чтобы нарезать лапшу, можно выйти следующим образом из этого положения. Разрезаем тесто, нарезаем на небольшие кусочки. И каждый кусочек раскатываем по отдельности. Они будут небольшие, это будет очень удобно, быстро и без заморочек. Берем кусочек и раскатываем. Не обязательно это делать кругом, как у вас получается. Нам главное раскатать тесто как можно тоньше. Раз. И что мне нравится, тесто, которое сделано только на одних яйцах, оно даже не липнет к столу. Его очень удобно раскатывать. Вот у нас одна готова. Катаем следующую. И оно само раскатывается, не прилипая. И видите, оно не рвется. Главное, что само раскатывается. Оно само раскатывается. И я не устаю, и я не напрягаюсь. И ты видишь, я эту лепешку раскатала буквально там в 10-5 секунд. Раз, два. Раз, три, два. Это и есть наш третий секрет. Потому что раскатать большой кусок теста в большой круг, потом тонко нарезать, это достаточно трудоемко, занимает много времени. А вот в таком варианте, что, как говорится, что как мы любим с тобой, дорогая моя, без заморочек. И причем я не устала. У меня тесто не рвется. И видишь, оно лежит, и оно не стягивается. Не прилипает. И оно не прилипает, и оно не теряет свою толщину. То есть оно вот так вот не возвращается в толстое тесто. Так, практически я все кружочки уже нарезала. Сейчас чуть-чуть тут мукой посыпем. Ну и вот, дорезаем последний наш кружок, лепешечку.
Вот у нас такая лапша получается. Вот. Видишь, сколько у нас лапши получилось из данного теста. Ну что, идем к завершению. Бульончик у нас закипел. Я отправляю нашу лапшу. Отправляю всю, которую мы сделали из двух яиц. Все, ждем, пока закипит. Лапша у нас сварилась. После закипания 4-5 минут до готовности. Ну что, начинаем сервировать? Дорогие друзья, наша домашняя лапша из домашней курочки готова с тремя вкусными секретами. Ну что, пробуем? Пробуем. Держи. Ой, спасибо. Там за кадром аж зачавкали. За кадром у нас уже чавкают, потому что на лапшу у нас сегодня выстроилась очередь. Ну скажи, как тебе вариант с толстой лапшой, с широкой вернее? Ну, в этом есть своя собственная изюминка. Изюминка есть однозначно. И причем и быстро. Вот еще одна изюминка, чтобы быстро, чтобы хозяйку лишний раз, так сказать, не беспокоить, но нисколько, очень даже вкусно. А самое главное, что вы готовите удовольствие. Если удовольствие ваше превращается в рабство, то бросайте все к чертовой матери. Готовить нужно только в удовольствие. Тезисно. Готовьте в удовольствие. Всем приятного аппетита. Да? Это очень вкусно. Даже не оторваться, чтобы пожелать вам приятного аппетита и попрощаться до следующих встреч. Дорогие друзья, очень быстро, очень вкусно. Три вкусных секрета делают идеальный, вкусный и неповторимый вкус этой лапши. Всем приятного аппетита и до новых встреч!